В Магадане проходит акция «Мои безопасные каникулы». Сотрудники МЧС посещают школьные площадки и рассказывают о мерах безопасности при пожарах. Кроме того, специалисты объясняют детям, как вести себя на природе и в походах. Дети узнают много. Здесь представлены разные предметы, связанные с безопасностью. Они изучают, видят. Это просто интересно. И они, у них обязательно что-нибудь останется в памяти и много наберутся впечатлений. Акция будет действовать на протяжении всего лета. Специалисты будут рассказывать детям, как действовать в чрезвычайной ситуации. Вечерний Магадан решил выяснить у ребят, была ли им полезна и интересна эта встреча, и пригодятся ли им знания. Да, пригодятся. Ну, очень хорошо пригодятся. Буду использовать. Это пригодится в жизни, то есть это понадобится очень часто. Ну да, тут мы можем пойти в поход, и нам пригодится это все.